Всем привет! Сегодня у нас день начался с посещения водохранилища. Я вот водичку проверила, водичка прекрасная. Пройдусь по берегу, посмотрю, что и где, и как. Ну, задача моя какая? Задача моя подвести хозяйку к киоску, где продают шашлычок. Я так по запаху определила несколько мест и буду действовать в этом направлении. Берег есть берег, вода есть вода, но шашлычок вкуснее. Я все пытаюсь вернуть и подтянуть туда хозяюшку, что в итоге мне удалось. Шашлычок мы поели хорошо, посидели, на водичку поглядели, по песочку я прошлась. В общем, отдых получился неплохой. Купаться никому нельзя, можно только кушать немножко. И все сидят, смотрят на водичку. Раз заходить в водичку нельзя, посмотреть можно. Вот сидят, смотрят. А я уже все обошла, кустики обошла, все проверила. Все как надо, чтобы в следующий раз не заблудиться. Да. Идем дальше, все смотрим. Думаю, что еще где интересного, Там поели, там попили чаю. Надо еще куда-то зайти, а меня тянут уже как бы на выход. А я пытаюсь еще найти что-нибудь интересное. Собачки местами попадались, но ни с одной я не разговаривала, не здоровалась. Каждая собачка занимается своим делом. Кто купается, кто с хозяевами гуляет, как я. Вот хожу, думаю, что еще куда зайти осталось. Киоски все прошли, в принципе, территория изучена, можно уже заворачивать как бы к дому. Заворачивать, ничего интересного уже нет. В водичке я полазила, походила, поплескалась, ножки помыла, водички попила. Не знаю, какого она качества, ну, наверное, хорошего. И теперь я сворачиваю прямо к дороге. Пора выбираться отсюда. Ну, тут я увидела еще такое местечко. Думаю, может быть, там еще что-то. Думаю, надо подвести еще сюда, подойти. Сейчас я дорожку перебегу, подбегу к этому местечку. Но не тут-то было, все закрыто. Такое общественное. Локдаун на локдауне. Вот, все, бассейн закрыт. Все, прогулка моя заканчивается. Сидим, ждем, когда за нами приедет машина. Скорее бы она уж ехала, что-то мне жарковато. Пора домой. У меня все хорошо, и вам желаю всего хорошего на целый день.